Во всей стране 2 августа шумно и с размахом отмечают День воздушно-десантных войск. Ульяновск в стороне не остался, ведь на его территории базируется одно из сильнейших военных подразделений – 31-я десантно-штурмовая бригада. Торжественное событие с участием личного состава развернулось на стадионе «Старт». Сотни зрителей, искренние поздравления и лучшие показательные выступления. Программа более чем насыщенная. Начали с награждения лучших офицеров. Губернатор Сергей Морозов вручил памятные подарки и ордена, после чего обратился к представителям элитных войск. Сегодня мы отмечаем один из самых любимых, самых долгожданных российских праздников. Позвольте мне от имени государственной власти региона, от лица всех жителей Ульяновской области, поздравить вас с Днем героических воздушно-десантных войск. Официальная часть завершилась, и началось самое интересное. Личный состав подготовил эффектную и показательную программу. После прохождения торжественных маршей последовала демонстрация строевой подготовки. Искусство строевой подготовки и обращение с карабинами – самое сложное в этой программе – добиться синхронности. Но у нашей парашютно-десантной роты это удается блестяще. Вскоре подошло время самых громких выступлений. Плацпарад военного оркестра уступил место настоящей военной технике. Гаубицы, автоматы и боевые машины десанта заполнили весь новый город оглушительными залпами. Захват условных террористов и освобождение заложников выглядели очень убедительно. Саперы тоже успели себя показать и разминировали стадион. Конечно же, мина была учебной. Показательный рукопашный бой с оружием и без, а также несравненное разбивание кирпичей. Эти номера и вовсе стали международной визитной карточкой ВДВ. На стадион приехали не только ульяновцы, но и гости из других городов. Один из них – Олег Рубцов, ветеран афганской войны. Оказалось, что младший лейтенант из Новосибирска каждый год приезжает к ульяновским сослуживцам, чтобы поздравить их и вспомнить о тех страшных временах вместе с боевыми товарищами. Вот приехал специально на праздник, мне гордость, блин, что я здесь у вас, в вашем городе, в таком прекрасном Ульяновске нахожусь. И вообще, просто до слез! Флаги, голубые береты и радость с брутальным оттенком. Ульяновские срочники решили обратиться ко всем жителям города и области с фирменным приветствием. Вот они, настоящие мужчины, красавцы, десантники. И просто гордость России поздравляют ульяновцев с Днем ВДВ. Слава ВДВ! Ура! 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 Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Специально для «Ульяновской правды».